Манька! Сюда иди. Я тебе один вопрос поставлю. Мастер, иди. Тихо. Иди. Да-да-да, иди, иди. Иди, иди, иди. Сейчас будет камера. Даже смотри. Сказать всем, как будто я в чем-то виноват. Говори. Че, в чем конфликт? Говори. Смотри. Маску, маску дай мне. Говори. Не, что ты хочешь сказать такой? Всем черный, всем. Здорово. Здорово, брат. Что ты хочешь сказать? Где ты, я что-то вроде так. Снимать. Какие-то претензии ко мне. Претензии какие ко мне? Ты меня не газуй. Ты мне скажи претензии ко мне, какие? Рот свой закрой! Ты мне... Рот свой закрой, говорю! Ты перед ребятами хотел сейчас сказать? Претензии скажи. А ко мне какие претензии? Вот это мы говорили. Снимай, Саня. А, сейчас ко мне вот. Давай вон. Вот так, чтобы четко видно было. Претензия ко мне какой? Рубочий не было. А? Да что? А где остальные? Ты нахуй этого, блядь, старую я отработал. Эй, долбоёб, блядь, натуру я человек, блядь, я могу подтверждать. Я рубль взял. Смотри, деньги, где вот она. Деньги, вот она, которую я у него взял. Почему я? Я даже, блядь, водку, блядь, смотри. Тихо ты, водку, Вася, которую, Вася, она, послушай, Вася, которую я ту водку пью, блядь, я свою карману, блядь. Я это, батька, блядь, деньги до сих пор таскает нам. Что вы знаете игрока? Охуеть, нахуй, на туры, блядь, я 100 рублей там потратил. Вот она игра. Я 100 рублей потратил. Не надо, слушай. Поем, Олег, ты сказал, я ему скажу. А где второй диски тогда? А что второй? Где второй диски? А хули ты мне, блядь, давление писал? Это пидор, блядь, на рубежах. Понятно. Сейчас, подожди, он еще подойдет. А какого хуя он подойдет? Деньги нам переводят. Деньги нам переводят. Либо... А где он документы? Я подписчик. Очередной наш подписчик, ребят. Подписывайтесь на канал. На тебя еще пока не подписался, но подписывайся. Я пока. Спасибо. А у меня дрожжи есть. У меня дрожжи есть. Пойдем купим сахар. Самогонку будем делать. Мне только СМС отпустили. Ой, я столько сидел, еще увидел. Да, паспорт. Скажи ему. Я знаю, я уже не понимаю, хуй узнай, блядь, что кто говорит. Братское сердце, это наше. Похуй нахуй, блядь, я ебу нахуй. Снимай, Таня, мне тоже нахуй. Я ебу, мне похуй, блядь. Манька, что скажешь по этому поводу? Что за конфликт? По этому поводу, блядь. Вот ты за все это.
Я тебя понял. Все, тут нужен переводчик нахуй. Черный, что за конфликт? Конфликт был. Да не было конфликта. Мужчина, что за конфликт? Ассалам алейкум всем, бля, брат. Алейкум ассалам. Тот, который не понимает, тот, который... Ну, короче, было непонятно. Кто-то сдох. Кто-то сдох. Олежка, что за конфликт? Да нет, ну, временное непонятки. А, я понял. Я называю это временное непонятки. А, то есть все нормально, да? Мир. Просто немножко друг друга не поняли. Ну, давайте каждый по 50, и я сбегаю за бутылками. Опа, и тишина, блядь. Манька, у тебя денег больше всех. Давайте. А я не пью. Побольше нам денег давайте. Дай полтинник. Мне. Это главное. Если я тебя обшмонаю, это... Так, ты рассказывай, где ты был? Два дня. Я в ВВС. Что такое ВВС? Расшифруй. Ну, тюрьма. А, тюрьма? Да. Так, что ты там, баландером был? Где? Два-то дня. Баланду разносил по хатам? Три. Помнишь, когда меня забрали? Ну, три. Что ты делал там, баланду по хатам разносил? Нет. Нет? Мусорам ничего там на меня не настучал? На тебя настучал. На любому настучал. Я же стукач. Шерстяной, да? Вязаный? Все. Я понял. Все сдал, все. Говорю, маэстро, блядь, там промышляет. Промышляю, да? Чем? Кока-колой, блядь. Кока-колой. Да. Все ништяк. Кто мы? Ну так что, пить сегодня будем? Нет, за Высоцкого. Давайте. Манька, давайте. У Высоцкого поминки. День рождения. 83 день года Высоцкого. Я очень Маня. Уважал и ему уважать. А. Покажи класс сам. Класс? А? Значит, да. Что? Насчет я гитары. Всегда гитары. Уважал. Нету гитары. И Талькова уважала. Вот мы сегодня были у Талькова. Помню, на могилке у Высоцкого. Закрой. Да, конечно. О, хочу сказать, блин, я вот смотрю их просто. Ага. Молодцы ребята, вот вообще. Ребята, живут, выживают, помогаю им, буду еще приходить, помогать им. Спасибо. Молодцы ребята, ненавижу вот этих вот хейтеров, которые там пиздят на них, что-то выебывают, еще бьют их, не дай бог. Я за них буду им помогать. Спасибо. Все, за Тёму они знают, за Тёму они, он знает. Пойду-ка я за Владимира Семеновича Высоцкого на кладбище. Саша, у меня осталось 50 грамм. Да. На кладбище как-то пить, ребят. А там, оказывается, какой бардак. Там все пьют. Все пьют, курят. У Есенина были сегодня, у Талькова были. Владимир Семенович. Владимир Семенович. Сказал, ребят, не плачьте на моей могиле. Радуйтесь и веселитесь. Я думаю, Владимир Семенович так бы сказал. Поэтому музыки там все делают. На гитаре играют, песни поют, так, водку пьют. Как-то вот так. Это не можно. У меня еще 50 грамм осталось. Я его жену люблю, уважаю. А кто жена у Талькова? Не знаю, кто, но я знаю ее. Слышала. Не приходила она, курицу тебе не приносила? Нет. Я не знаю, после ее лицо, может быть. И у сына тоже не знаю. Я понял, Манька. Пускай за меня... Они держатся, я всегда буду уважать и буду, какая есть, такая и буду. А что, есть лавета, нет на водку? Наливай. Манька, есть у тебя? Давай я схожу. Нету. Нету? Ну, нету. Нету. А у Олега хуй там 50 грамм? Я еще ругаюсь, некоторые люди. Бывает. Пожалуйста, помогите. Чем тебе помочь? Можете. Да тебе помогли, у тебя целая сумка продуктов. Ну и дай да. Сейчас вечером женщина придет, принесет тебе, мне передаст, я принесу тебе пакет. Спасибо. Там штаны, лифчики, трусы. Спасибо. Да. Спасибо за это. Не знаю, должна вот позвонить после 5. Спасибо. А я тебе не отдала?
Так наливай бокал вина, такая жизнь поганая. А ты испортил жизнь мою, ты испортил жизнь. Сорвался ты и бросил. А если я скажу люблю? Где у меня жена-то, блядь? Кто меня забирает-то в Питер? Да, девчонки, сегодня все парни холостые у нас на Савеловской, выбирайте. Меня это главное. Да, и вот тоже это, холостая. В холостую Лужков гоняет. Лужков главное забирайте отсюда. Да там наливать нехер. Че там наливать-то? А у тебя есть, да, Миша? Была литровая водка. Водка литровая. А, вон, в пакете, в пакете. В пакете, оказывается, у вас есть водка. Да не, вон в пакете водка литровая. А вон пакет, водка, да. Я же покупал литровую. Давай, выпьем. Да не, братан, зачем? Не хочешь. Не ори! Маша, никогда не лезь в лицо мужчине. Тварь, я тебе шибану. Я тебе сама ебану. Ты же знаешь. Давай, сколько с моих локтей? Выпью, я сама. За вас. Спасибо. Нет, они пойдут поговорят. Да там разговоры одни. Драки не будет. У меня несколько на гостях. Все, ребята, очередной выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. Ждем ваших комментариев. Черный вот откинулся. Только что. Только что откинулся.